Пошло? Домой с собой возьму, да. 5 за 300. Миллион за 1000. Вов, хлопни еще раз. 1-5. Да. Не, у него посреди комнаты чан стоит огромно. Каждый вечер плоп. Казан. Да, да, да. Все? Есть. Что, 30 секунд подержим? Все, ехали. Все, держим, держим, держим. 15 подержали. Идет камера? Ага. А, короче, пацаны. Опа. Что вам рассказать-то хотел? Гонял же я сегодня на съемку. Ага. Меня позвали поработать, свет поставить на фотосъемку. Странная что-то там такая студия. Ну, не суть. Начинаем снимать. Ну, а я смотрю, модель такая, ну, прикольная, короче. Думаю, блин. Ты всегда это говоришь. Как обычно. Да. Симпатичная, короче, классная девчонка. Стоп. Снято. Прибор убираем, приходим. Кадр, говорят, отсняли. Ну, мы берем оборудку. Я беру ненужную оборудку уже, которую несу в нашу каморку, где мы... Ой, хорошо. Типа, где мы хранили свет. Скинул? Ой. Вот. Голая? Да, ну, полуголая, короче. Ну, я сразу дверь закрыл, типа, ничего там даже сказать не успели. Ну, я покрасел так слегка, блядь. Извините, здесь нельзя курить. Я такой, хорошо. А у меня еще зажигалка не работала, надо было зажигалку замутить. Я, короче, пошел в курилку, думаю, по-любому там кто-то будет. Пацаны, прихожу в курилку, а там она, короче. Наконец-то. Извините, а у вас есть зажигалка? Нет. Ну что, свет там поставили? Да. Вот, ну, не суть в итоге. Пошли дальше снимать. Снимаем, снимаем. И тут подходит ко мне, короче, мой напарник, Валера, да? Sorry. На серьезном лице такой. И говорит... Слушай, Иван. Ко мне только что подошел продюсер, говорит. И сказал, чтобы ты на нее больше не пялился, чтобы ты с ней не разговаривал. Жестко. Она стеснительная, она, короче, скромная. Просил, чтобы ты меньше к ней приходила. Ну да. Я просто в курилке подошел к ней, зажигал. Я тебе передаю. Ты понял? Хорошо. Все, договоримся. Я говорю, я... Не, ну что, залетела на голое там, я, конечно. Во-первых, я залетел случайно там, где мы хранили свет, это раз. Во-вторых, я подошел зажигалку стрельнуть. Ну я откуда знал, блин, мне зажигалка нужна была. Я даже с ней диалог не начинал. Я думаю, пиздец, ты мне еще что-то будешь запрещать? Ты кто такой, блядь? И я от этого еще сильнее, поняли, с ней познакомиться захотел. Сейчас, подожди, мы пообщей немного возьмем. Конечно. Кружись. Посильнее развивай вот эту штуку. Угу, хорошо. А посмотри сейчас влево. Класс, класс. Улыбнись. Ага. Ну, я такой, короче, типа, ну, прикольно, классно. В камеру улыбнись сейчас. Да, спасибо, все было. Кул. Да. Вот. Мы начинаем, короче, сворачивать оборудку с Валеры. Ну, no, сори. Сворачиваем оборудку, носим все. Ой-ой-ой, не до удар, не до удар. Ну все, ребят, я пошла. Спасибо большое за съемку, было круто. Пока. Пока. До встречи. Пока. Ну и, короче, я стою с этим, блядь, стендом, там, чем в руках было, думаю, пиздец, походу надо за ней бежать, пока она еще не ушла. Я начну относить. Беру оборудку, как было, короче, бегу по этой лестнице, блядь, бегу, бегу в надежде, что она еще не съебалась. Извините. Сейчас, сейчас, секунду. Вы знаете, меня Вова зовут. А я не знаю, что говорить, пацаны. Ну, мне стрёмно, я волнуюсь, как бы, да? Ты такая там органичная, там, что-то так классно снялась, там. У вас там платье. Ну, короче, красиво очень, мне понравилось прям. Супер. Она такая, спасибо, 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 спасибо.
Ну и я говорю, слушай, может только это... Только раз она спасибо сказала. Тысячу раз. По-моему, ноль. Ну, смотрелось. Ну, классно, реально. Не плачь, это какая-то херня. Ну, короче, я не знаю, что это такое. Вообще смотрелось супер. Я смотрел прям, ну, короче, очень классно. Вот. Я вообще предложить хотел, может быть, как-нибудь сходим куда-нибудь, типа, погулять или кофе попить там. Ну, можно. Да? Тогда это, может, номер? Давай. Да? Сейчас, да. Ага. Ага. А зовут? Вика. Вика, да. Ага. Пока. Пока, спасибо. Пожалуйста. Я такой, охуенно. Круто. Ну, короче, я говорю, давай свой номер. Она уходит. Я радостный пиздец, иду к машине с оборудкой, иду, все, открываю машину, багажник. Покажи еще раз, как идешь? Вот так вот, радостно, вот так вот, иду. Прикиньте, блядь. Чего? Я положил оборудку, оборачиваюсь, а к ней подходит тип. Берет за руку, блядь, обнимает, и они вместе уходят. И я стою вот так вот, блядь, как нахуй Емеля, и смотрю на эту хуйню. А кто это был-то? Я хуй его знаю, тип ее, наверное. Типа, имеешь в виду парень? Ну, видимо, да, а кто так может подойти? Вряд ли это ее брат, блядь. Ну, неприятно, согласен. Ну, что ты завелся так? Ну, а как это объяснить? Слушай, ну... постеснялась тебе отказать, да. Потому что вы вместе работали, ну, типа, обидеть. Да. Не, ну я охренел просто с такой дичи, и я не знаю, что делать, пацаны. А что делать? Чё, просто... Ну, а что бы вы делали? А ты не стал ей звонить? Нет, не звонил. Почему? Ну вот позвоню я, что я ей скажу? Просто про типа ее начинать рассказывать? Ее или про что? Про то, что так не надо делается, приглашать, что за хуйня? Ну что ты хотел ей сказать? Да я не, ну... Смотри. Хорош. Хорошо. Хорош. Сам понял, да, что сделал? Я даже брать не стал. Лишь Арлисон. Ну и, короче, в общем... Вов, звони, не думай. Не надо. Что сказать? Да, ну а что ты собирался сказать, то и скажи. Стопэ, нахер звонить? Вот смотри, если она тебе дала не свой номер, то хер с ней. Второй момент. Если она тебе дала свой номер, и у нее есть пацан, то нахер. Понимаешь два момента? Да понимаю, да. Ну и чё ты паришься тогда? Хочешь, я позвоню ей? В смысле? Ну, в прямом. Да чё гонишь? У тебя же номер есть? Ну, есть. Ну, давай. Да не забей. Чё ты хочешь узнать? Да зачем? Слушай, ну я позвоню. Ну и чё ты скажешь? Как зовут? Вика. Скажу, Вика, привет. Вова, звони сам. Зачем давай номер, давай я позвоню. В эту историю? Да слушай, если она такая, смотри. Зачем, по факту? Не, ну знаешь. Если у нее тип, и она дает номера, вот когда они будут тоже встречаться, она будет так же. Слушай, ты, номера, если он не позвонит, он не успокоится. Да, братан, это плохая идея. Блядь, ты что теряешь? Реально. Да что ничего ты не теряешь. Мозги будешь опять делать. Что делать? Что делать? Я говорю, давай позвоним и все. Ну давай. Ну давай. Короче, хочешь узнать? А, да все, он дает номер. Все? Давай. Кто звонит? Я. Супер. Только нормально говори, там хорошо, типа без жести, окей? Давай, давай. Пишешь? Да. 964. 795. 39. 14. 14. Да ничего. Да ничего. Напрягся. Алло? Да. А это Виктория? Нет. Нет? А вы модель? В смысле? Ну, кто вам нужен? Мне Виктория, которая модель, съемки, фото. Нет, вы, наверное, что-то ошиблись, нет. Ну, извините тогда, хорошего вечера вам. До свидания. Все узнал? Давай играть, давай.
Да ладно, ну слушай, ну... Да и ладно, пацаны, реально. Что-то я слишком сильно парюсь из-за нее. С другой стороны, если посмотреть, девчонка молодец. Да по факту. Нет, а, просто... Да по факту молодец. Аккуратно. Слушай, спокойно. По факту она могла сказать, типа, да. У меня есть парень, извини. Ну, все нормально. Решила, ты... Нормально, по-хорошему, короче, слить. Братан. Чтобы ты не обижал. Знаешь, да все, все. У тебя съемки постоянно. Найди себе какую-нибудь еще, какую-нибудь модель. Давай, лупани лучше. Зачем искать? О, хорош. Извините, а вы не знаете, автобус не пойдет там 303-й, по-моему, или что-то такое? Без понятия. Спасибо. Тут не работают две 650-ки, которые ты привез. Блин, я ушел уже. Ну а почему ты ушел и не проверил прибор? Блин, я перед тем, как уходить, все проверил, все нормально работает. Слушай, Вов, я не знаю, как ты проверял, но они не работают. Слушай, я же тебе говорю, что я уже реально далеко ушел, мне еще возвращаться. Слушай, нужны приборы. Их привез ты. Ребята уже собираются. Давай ты просто вернешься и посмотришь их, окей? Пожалуйста. Да, сейчас буду я, хорошо. Угу. Алло. Извините, пожалуйста, я, наверное, ошибся. Я Виктории звонил. Да, Виктория здесь. Вы просто попозже немного наберите. Она на площадке сейчас. Телефон в гримерке доставила. А, я понял вас. Понял. Все, я хорошо, тогда перезвоню. Все, счастливо. До свидания. Ага. Здравствуйте, вас беспокоит курьерская служба, и у нас собран заказ для Виктории. Здесь у нас в заявке указано, что вы нам скажете адрес по телефону. Понял. Так, ну смотрите, это метро Алтуфьево ближайшее. Там, как вы ходите, будет автобусная остановка. Так, сейчас, секунду. Алло. 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 Алло, Вик, привет. Слушай, это Вова Осветитель. Помнишь, мы с тобой познакомились недавно на съемке? Скажи, а я могу подъехать ненадолго? Да, да. Это Алтуфьева, да? Угу, угу. Да, я понял. Ну все, да, давай тогда, ага. Угу. Юль, спасибо тебе большое, ты мне так помогла сейчас. Пожалуйста. Слушай, а насчет приборов не волнуйся, я позвонил парням, они до вечера. Что делать с ней? Че ты расстроился? Ну, блин, понятно. Ну, девчонка дала не тот номер. Ну, да бывает. И ладно с ней, пацаны. Че я реально расстроился? А я не знаю. О! Какими судьбами здесь?
Слушай, да я так... Что, реально хер с ним? Я что-то дико начал париться. Ну, я не знаю, что ты паришь. Ну, значит, дала не свой номер, правильно? Да. Значит, реально есть сейчас у нее тип. Сейчас спокойнее. А мы тут снимали, вот сейчас заканчиваем уже. И что, как? Да хорошо. Не, ну она просто, видимо, тебя реально обидеть не хотела. Да, походу, да, пацаны. Тороплюсь, если честно, так сильно, правда. Давай закроем нахер эту тему, ты запарил. Ну ладно, давай. Побегу, давай. Рад есть, пока. Давай. Короче, бог с ней, реально. Ой, хорош. Вик! Привет. Привет. Как дела? Да ничего. Как у тебя? Да хорошо, спасибо. Что вы тут? Мы снимали. Холодно. Да. Слушай, да я сказать тебе просто хотел, что тогда, когда мы познакомились, и вроде бы номер мне дала, согласилась со мной пойти куда-нибудь, а потом ты выходишь на улицу, где тебя встречает твой мужчина, и я все это вижу, и... Мне непонятно. Просто зачем? И знаешь, так обидно стало и за себя, и за тебя, и за него. Просто зачем? Ладно, я поняла. Я тогда пойду? Да. Что, поехали? Да, поехали.